отходим от моря. Да, папа, что мы очень прикольно? Да, да. Только включили, все сразу русские пошли. Да что ж такое? Миша, говорю тебе сразу, тебе не понравится, много дерьма. Очень много дерьма. Это какой-то столб, на нем очень много проводов. Ну просто нужно на всех же внимание обращать. Вот, смотри, какая бабушка. Нормально такая. Ну тут такие вот настоящие столовки, да, где вот нормальные вьетнамцы кушают, а не мы, дебилы. Что-то кого-то убили, порезали. Давай прям в самую гущу. Мы идем в самую гущу. Да конечно, Даш. Конечно, мы туда идем. Ну что, Коль? Колбаски там. Вау! Давай, давай, давай. Идем. Глушь. Чего, чего? Ничего, ничего, ты вперед идешь. Ты проводница. Деминова знает, куда идет. Нормально, спортом занимаются. Ну, смотри, подъехал, мопед сломался, тут же починили. Потому что это вот самый центр, наверное. Это пипец просто какой-то. Я хочу в центр, я хочу в комфорт. Давай. Сейчас нас говном обдадут. Я хочу в комфорт. Смотри, Porsche даже стоит. Шинанна. Маме покажу. О, маме, где надо было открывать салон. Так, мы переходим. Не знаю зачем. Ну как переходим, да. Бог ты мой. Ну и пошли дальше. Даша, ты не знаешь, что мы пройдем или не пройдем. Вот какой Сайгон? Ну и как здесь красиво. Забытая улица. Да. Что-то как не оживлено здесь. Можно здесь покушать? Сам покушай. Я ну смотри, смотри, пацан едет. Блин, это же вообще просто красотища. Где можно массажик сделать? Смотри, там даже банки ставят. Ну и тут покрыть, смотри на него. Наверное, парковочка для мопедика. Ну это нормальные люди. Коль, не останавливайся. Мне же нужно было камеру туда засунуть.
на видео друзьям не показывать, в каком говне мы отдыхаем. Да, это самое главное. Че? Давай направо. К океану? А мне, кстати, очень здесь нравится. Вот, я бы здесь с аппаратом походил. Ну да. Ай, вот, пожалуйста, можно снять бунгало себе. Отлично, Био Сайган. Бабушке надо видео показать. Сидит такая бабулька. Да пойдем дальше, пройдем. Нет. Ну а что такого? Мы обратно вернемся. Нашли навигатор, нет, ничего нет. У нас есть язык. Пойдем. Который никто не знает. И знают там все. Немедва, опять я обсикалась. Как? Ты на тебя стоит, дурно. Башкой? Башкой на голове. Вот смотри, обычная закусочная. Вон, смотри, там что-то готовят. Вот здесь вот кушают люди. Подошел, такой пирожочек съел. Навалили ему какую-то тарелку, он сидит, думает, есть ее или не есть. Господи, ну, понятное дело, не ногами же. И то хорошо. Airblade мне хочется, вот прям такой вот мопедик хороший оказывается. Махонький, хороший. И ноги делают, массаж. И все. И вот такие вьетнамские веники есть. Даш, хочешь поместить, нет? Димит, они все добродушные, что ты? Смотри, пивком занимается уже с самого утра. Как у нас, наверное. Что-то решил там поделать, пошел. Скучно им сидеть тут стало. Давай, ты тоже присядь. Да что ты меня тащишь так? Вон тебе, пожалуйста. Так, мы будем эту хрень есть? Вот эту? Нет, ну вот это сильно. А, это помело, да? Да, вот такую. Что-то так прогнило тут у них хорошо. Не знаю, что сказать? Конечно, я не прям знаю, что такое халмач. Они тебе просто бьют бумажкой, пишут 30, 40, 50. Так, я хочу найти аутентичный тайский туалет, вьетнамский туалет. Что, не на улице же мне писать? Мальчика видно, накажешь? Ну да, об этом же подумал. Ну давай зайдем, кстати. Пойдем. Вот ты представляешь, ты покупатель во Вьетнаме. Здравствуйте. Уякс. Водка! Хе-хей, хорошо! No, we're just looking, it's really interesting store. Очень интересный магазин. Опа, привезли что-то, развозочка. Вон там маленькая девочка уже, на мопедике все. Страшные какие-то люди, честно говоря. С большими глазами. Да-да. Странное представление. Да они вообще тут, смотри, как хавают. Осьминоги, что ли? Смотри, как вкусненько. Ну, лицо спином горело, значит, наше. Вот это вот прям настоящее.
Нет, ну, так знаешь, такое ощущение, как будто это, ну, специально это не подделать. Яички. О, твой любимый чеснок. Лучок. Зеленые и желтые там. Это не бананы, а апельсины какие-то. Так, ну на этом я думаю закончить, потому что мне сейчас нужно будет сходить в туалет.